играете, малышня? Не мешай! Не видишь, мы играем! Давай, Умба! Иди! Попал! Молодец, Умба! Вот это удар! Красиво! Красиво! Не мешай! Это вы мне? Да знаешь ли ты, медведь? Да знаете ли вы все, что у меня сегодня это вот это день рождения? Ух ты! Настоящий день рождения! Тот самый, да, единственный! И все о нем забыли! Да мы и не знали. А где еще и не знали? Ну не плачь, не плачь. Ребята, пойдем за подарками. Так, а может это? Не-а. А почему это не? Вполне даже да. Ты что здесь делаешь? Это же сюрприз. Вот чего терпеть не могу, так это сюрприз. А ну, подвинься. Ой. Так, это не. Вот, это мне нравится. Но это же санки. Зачем они тебе? Зачем, зачем? Чтоб было! Ай! Эй, постой! Ты это куда? Ты что, забыл? Сегодня мой день рождения. Вот я себе подарок и сделала. Коли вы все забыли. Счастливо! Ну, это же... Это же... Не так. Вот это мой размерчик. Пакет острозубый. Вот ведь гадкая птица. Она у меня мои там-тамы забрала. А у меня мое лучшее платье. И мои любимые инструменты. А что делать? Мы ведь действительно забыли про ее день рождения. К тому же мы ей так ничего и не подарили. Еще чего? Она уже сама набрала себе всего. Нет, так нельзя. Нужно что-то от себя подарить. От души. Иначе, ну что это за день рождения? Ха! Есть идея! Вот неблагодарные звери! И поздравить забудут, и тащите. Не помогут. Чайка! Что? Не дай! Все мое! Мы тут подумали. Тебе ведь некуда наши подарки складывать. Ну и что? Мне и так хорошо. Вот мы и решили тебе подарить дом плавучий. С днем рождения! Это все мне? Мой дом? Мой настоящий дом! А знаете что? На день рождения у меня всегда было принято самой дарить подарки. Вот тебе, бегемот! Ой. Да, тебе, скворец.
И тебе, медведь. Моим лучшим друзьям. С моим днем рождения!